Итак, всем привет, с вами Fallout 76, Т-52 взял мастера. Я на нем раньше играл очень много, ну, конечно, как нуб, Ололо Раш, свечу во рту. Потом на ней долго не играл, потом ввели новый патч с новой физикой. Я вообще на ней не знал, как играть. Везде подлетал, разбивался гуслю, меня сразу же убивали. И забросил танчик, но его не продавал. Где-то слыхал слух, что могут его вывести из игры. Ну и решил оставить себя в ангаре. Но мой друг прокачал этот танк, и я с ним на нем играл. И случайно взял мастера. Сам о том даже и не зная. Просто играл в свое удовольствие. Ну, решил поначалу покататься, тут он Т-50 засветился. Он меня тоже засветил, это точно. Ну, пока тут сам не понимаю, что делаю. Стреляю куда-то, непонятно куда. Давайте скорость прибавим. Сейчас по мне кто-то будет отстреливаться, я помню. Небольшой дрифт туда-сюда. Вижу, катается Т-50 в наглый вражеский на подходе к нашей арте. Ну, решил добить его, но промазал. Не повезло. Ну, думаю, надо спасать арту. Сейчас поедет, наверное, ее светить. И помчался за ним, сломя голову. Застрял немного, тут мне подпер еще кто-то. Ну и здесь я его добил. Разворачиваюсь, еду обратно. Много Т-50. Лишь бы как друг друга не врезаться. Пробитие. Вот что крест животворящий делает. Попал случайно, опять дрифтую. Вау. Выезжаю. Опять чуть не врезался в своего же взводного. И вижу, тип убил нашу первую арту. Как-то плохо она зашкерилась. Да, вообще даже она и не шкерилась. Снаряды летят. И чё я решаю? Сейчас, надо, думаю, вторую арту убьют. Надо ехать к их на арте. И как-то пытаться ее отвлечь. Даже, может, попытаться убить ее. Говорю своему взводному. Погнали убивать арту. Он едет за мной. Немного отстает. Тут по мне стреляют со всех сторон. Я там на мотоцикле. Мне по барабану. Опять дрифт. Опа, чуть не врезался в здание. Какой-то хер мелкий попал по мне. И я свечу две арты. Пробитие. Вот что крест животворящий делает. Пробитие. Чик, и ты уже на небесах. Пытаюсь еще одну подсветить, но что-то здесь в углу ее не оказывается. Да, думал, непробиваемые, что ли? Тут я играю без автоприцеливания. Пробитие. Чик, и ты уже не видишь. Не знаю, что я не включал его. Не беспокойся. Не особо доверяю. В морге тебя порядок. И тут вражеский Т-71. Новенький танчик. Дерзкий, юркий. Немногим уступает Т-52. О! Фу! Фу тебе! Противник убит. Но ничего у него тут не получается. Нашу еще одну арту убивает тип. У них, походу, тип только ради арты в бой пришел. Ну, я решил не отставать. Поехал к третьей арте. Ее уже убивает Т-50.
пробитие. Чик, и ты уже не мешал. Помогаю ему. Во! Во! Во тебе! Вот, я мог бы добить ее, но я помню, что... Опа! Нанесли крит, но не добил, не повезло. Их осталось всего двое. Я поехал развлекаться, раз такая маза пошла уж. Ну тут супер першинг. То хрен пробьешь вперед. Ну, пытаемся бок пробить его. Понятно. Что нам удается? Кто свидетель? Я. А что случилось? Пробитие. Вот что крест животворящий делает. Пытаюсь взорвать, но боеукладку не получается. Ну и хрен, думаю, с ней буду в башню стрелять. Да, думал, непробиваемые, что ли? Есть пробитие. Лепота. Броня не пробита. Готов. Но это дело мокрое. И там тип остался один, но захватывает нашу базу. Уже 77%, 78%, 79%. Опа, сбили захватом. Это хорошо. Думаю, что делать, надо его тоже покромсать. Вылетаю на большой скорости. Не пробил. Порву как дузик бил. Пробитие. Прям как посмазано. И здесь свой же взводный. Мне что-то критует. Потом тип. И его добиваем. Жалко, у меня здесь не сохранились скриншоты. Случайно папку удалил. Но здесь я много светил, он урон нанес 1438. Взял мастера. Хотите верьте, хотите нет. Но бой очень был веселый и задорный. Всем пока. С вами был Fallout 76. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи в боях.